другим новостям. В апреле люберцы станут чище. 14 и 21 числа на всей территории округа состоятся массовые субботники. Принять в них участие могут все желающие. Для этого необходимо всего лишь приготовить удобную одежду и прийти на места проведения мероприятий. Об этом сообщает глава муниципалитета Владимир Ужицкий. Наводить порядки после зимы для московского региона уже стало доброй традицией. Всем желающим сделать свой край чище выдадут необходимый инвентарь и экипировку. Трудящихся в этот день будут угощать горячими напитками, выпечкой и сытными закусками. Уборка территорий стартует в 10:00. Во всех парках, дворах и скверах, на территории общеобразовательных и лечебных учреждений жителям предстоит убрать прошлогоднюю листву и мусор, привести в порядок деревья и кустарники, обновить краску на заборах и лавочках. К 1 мая в Люберцах будет настоящий порядок. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.